Я читаю, слушаю, но ничего не запоминаю. Какая от этого польза? И это особенно актуально для эпохи Кали, когда у многих из нас плохая память. Однажды гуру сказал ученику, чтобы он шел на берег реки и взять с собой корзину, полную угля. Уголь — это такой черный минерал. Гуру сказал: «Вынь уголь и иди с корзиной». Такая корзина, соломенная корзинка. Он сказал ему: «Отправляйся к реке, наполни корзину водой и принеси сюда». Ученик несколько раз пытался сделать таким образом, он наполнял корзину, но она выливалась, вода, через солому. Он наполнял корзину чистой водой из реки, шел к гуру, но вода все равно выливалась, вся вода уходила. После того, как он попытался сходить несколько раз, он подошел к гуру и сказал: «Гуру Махарадж, мне очень жаль, но каждый раз, когда наполняю водой корзину и следую вашим инструкциям, корзина все равно остается пустой». Гуру спросил его: «Посмотри, в чем разница между корзиной сейчас и корзиной раньше? Обрати внимание, корзина стала чистой. Прежде она была полностью грязной от угля. И именно это и происходит с вашим сердцем и разумом, когда вы ежедневно читаете шастры. Когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, каждый день мы очищаемся. Даже если мы многое забываем, это есть, но это очищает сердце». Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.